Всем привет! Начинаем опять путешествие по Васильевскому острову. Это место, где я живу. Хотел бы вам показать дом 26 по 13 линии. Архитектор Трусов Николай Васильевич построил дом по заказу Совета Андреевского прихода. Николай Васильевич Трусов, выпускник Академии художеств, в 1858 году, кстати, ему было присвоено звание академии. Вот он спроектировал достаточно много домов по Петербургу, в частности, 8 фабрик, не менее 17 жилых домов, 3 особняков и так далее, и так далее, и так далее. Изначально здесь было 3 этажа, а в 1877 году был возведен 4-й и 5-й этаж. Это дешевое бесплатное жилье для бедных прихожан Андреевского собора. Эклектика – это совмещение элементов классицизма и барокко. Кстати, здесь был в 1988 году медвытрезвитель. Ну что еще рассказать? Кстати, этот дом называют домом со светящейся аркой или аркой-провалом, где можно загадывать желание. Вот я туда не заходил, поэтому мне просто пришлось в интернете выбрать несколько фотографий. Вот такая арка, действительно необычная. На втором этаже этого дома были открыты 22 дешевые квартиры. Они были предназначены для женщин, но исключение делались для престарелых мужчин и мальчиков, которые были членами семьи. Сдавали престарелым женщинам, получавших пособие от общества, ну и, естественно, способны еще как-то себя обслуживать. Дешевые комнаты представлялись семейным одиноким женщинам, которые находились в затруднительном положении, но располагавшим все же некими средствами для жизни. Комнаты были рассчитаны на 1-2 человека, ну а кухня была общей. Короче говоря, это была, судя по всему, большая коммунала. Ну, естественно, в правила входило жильцов не пускать собак, кошек, а также не заводить собак и кошек. Вести себя скромно, миролюбиво. Впервые, ну, может быть, не впервые, но все же, в этом доме был выставлен ящик, в котором проживающие могли опускать свои жалобы. Но они жалобы должны быть не анонимные, а подписаны. Такие дела. Это было обыкновенное, ну, наверное, можно назвать это богадельней. Богадельня, сырость, серый полумрак, нищенская старость, в комнатах бардак, нищета повсюду, скудная кормежка и на этих бедных серая одежка. И щели убогость смотрит на старух, нет родных и близких, вот и свет потух. В мисках подскребает в полной темноте, сколько ему осталось в этой нищете. Старичков здесь мало, просто не дожили. Многие до пенсии так не дослужили. Пенсион убогий, хлеб, вода, картошка. Молочка добавит изредка немножко, шамкают беззубые и слезятся лица. Этим бы старухам нужно подлечиться. То и суставы лопит, та хрипит от боли. Это же не дома, хуже, чем в неволе. Пусть и побогаче или чуть комфортней. Добавляет мясо, как из подворотни. Постарались где-то, забагрили старушку, словно на помойку бросили игрушку. Похоронят скромно, крестики забьют. Вот и отыскался вечный им приют. Это стихотворение Сергея Перевязко. Ну вот на этом я бы хотел закончить рассказ небольшой об этом доме по 13 линии, дом 26, архитекторов Трусов. Все, до свидания, пока.